Мы сегодня посмотрим жизнь мужчины, как он поживает без вас, что с ним происходит. Оракул затмения, а с вами Лайф Таро Надежда. Я вас всех приветствую. Давайте начнем с сигнификации, посмотрим, что происходит в отношениях на данный момент, и уже будем раскрывать нашу тему, наш главный вопрос. Кто-то из вас семейный здесь, может быть, оба. Потому что есть люди, о которых идет забота, которых просто так не проигнорируешь, просто так не оставишь, от которых просто так не уйдешь. Вот я говорю, видите, не уйдешь, здесь кандалы. Здесь один из вас, а может быть и оба, здесь привязаны к своим обстоятельствам, к своей ответственности. И это мешает нормальному построению отношений. Здесь есть тайна в отношениях. Здесь не все люди знают про вас, или не все люди знают, что происходит именно у вас. Здесь, да, здесь может быть так, что вы являетесь друг другом мужем и женой, но здесь тогда есть определенные тайны, которые не дают вам, и с одной стороны, разойтись, а с другой стороны, и жить нормально здесь не получается, да, потому что есть какие-то обстоятельства. И здесь семья, она с одной стороны здесь, хочет сказать, это все чудесно и прекрасно, есть родные и близкие люди рядом, а с другой стороны это является преградой для того, чтобы вы могли нормально взаимодействовать или нормально устроить жизни свои друг без друга. Ну и во многом здесь, конечно, будет проходить, что это тайные отношения, которые люди могут осудить, которые люди могут сказать, что это неправильно, это там, непорядочно и так далее, но вам все равно. Опять же, если вы смотрите на своего мужа, что вы можете сказать, что да как он может так, да это неправильно, это некрасиво, там это нечестно. Но здесь, видите, одно другому не мешает. Здесь отношения, в которых здесь и вместе быть сложно, но и друг без друга здесь тоже невозможно. Главное, видите, проблема, что не получается определиться, что у нас будет дальше, что мы будем делать дальше, как мы будем дальше с тобой жить, взаимодействовать. То есть планы в такой ситуации здесь строить вообще невозможно, не получается. Давайте, что у нас мужчина, в каких он энергиях сейчас находится. Ну, здесь, видите, здесь момент того, что он... С одной стороны, здесь испытывает к вам чувства, а с другой стороны, у него тоже есть к вам претензии. То есть здесь вплоть до того, что я хочу с тобой выяснить отношения, или я хочу тебе здесь все высказать. Ну, любить девочки любит на самом деле, да. Почему он хочет здесь... Почему энергии ссоры? А, ну, посмотрите, видите, вы не даете ему... проявить свои собственные желания. Вы не даете ему заявить свои цели, свои амбиции, свои желания. Вы не даете ему выбрать, что нравится только ему. Ему приходится с вами считаться. Но он же, видите, ни больше, ни меньше здесь целый князь, которому нельзя перечить, которому нельзя указывать. Но женщина ему тоже здесь, конечно, не промах попалась. И здесь, конечно, мужчина хотел бы, девочки, поставить вас на место, да, или я бы сказала, хотел бы вас приструнить, несмотря на то, что, видите, любит, несмотря на то, что он действительно считает вас родным, близким, любимым человеком, но сам он раскрыться по отношению к вам как мужчина, он здесь не может. Конечно, ему не нравится. То есть на его мнение у вас есть свое мнение. На его решение у вас есть тоже свое там контррешение. И он не чувствует себя мужчиной, который принимает свои собственные решения. Ему приходится здесь в любом случае с оглядкой на вас. Вот здесь вот и есть у него желание выяснять с вами отношения. Он будет, девочки, доказывать, что он все-таки нормальный, да, что он мужчина. Ну, во всяком случае, здесь планы у него такие, вот заявить о себе, они у него имеются. Здесь, видите, как не захотите полюбовно здесь понять, что кто там перед вами, князь перед вами, девочки, значит, здесь придется по-плохому, да, здесь не нытьем,
так катанием. Хотя хочется сказать, да ты посмотри на ту ситуацию, в которой ты сам находишься, и в которой ты держишь свою женщину. Да, ты ее любишь, но ты позволяешь ей чувствовать себя очень-очень некомфортно, когда людям вот так вот, в открытую, ты не расскажешь всю подноготную отношений, потому что ты понимаешь, что здесь есть что-то такое, что лучше бы держать при себе. Что-то такое, о чем вообще не стоит говорить. Вот, и посторонним лучше бы об этом не знать. Сейчас мужчина действительно, он отдален от вас. Причем даже если вы находитесь здесь в рамках одной квартиры, одного дома, там, одного города, я не вижу вашего близкого сейчас общения. Здесь для него сейчас момент того, что вы расстались, там, или у вас такая вот яма, да, такая трещина. Правильно, даже будет сказать, глубокая между вами. Что, давайте посмотрим, он переживает. Ну, кстати, вас в этом еще обвиняет. Ну, конечно, видите, что вы не даете ему здесь проявить свой собственный выбор, свои собственные желания. И, конечно, в сложившейся ситуации он скажет, что вы виноваты. Я не могу с тобой общаться, потому что с тобой невозможно спокойно поговорить. Считает вас хитренькой, он считает, что вы здесь имеете свои виды на него, там свои цели какие-то строите, что вы пытаетесь на него надавить, пытаетесь им управлять. И вот, девочки, чтобы вы на него не давили, вот что он хочет поменять в ваших отношениях. Тогда он сможет себя чувствовать по-настоящему мужчиной, который умеет и принимает решения. А здесь все-таки женщина ему досталась неробкого десятка, и женщина здесь досталась не слабачка. Но эта женщина есть внутренний стержень. Но он, видите, здесь ваш внутренний стержень воспринимает как некую вашу хитрость, как некую вашу уловку, да, что вы им манипулируете, и вы давите на него, заставляя принимать не свои собственные решения, а те решения, которые вы придумали. Ну, конечно, здесь внутренние девочки бунт. Конечно, здесь он психует в любом случае. Его это вот выворачивает наизнанку. Он считает это несправедливым. Он хотел бы, конечно, чтобы ваши отношения развивались по-другому, так как ему кажется, девочки, правильным. Ну-ка, а что еще ему кажется правильным? Спокойствие, чтобы он всегда знал, что вы его ждете, что двери вашего дома или двери вашего общего с ним дома всегда были для него открыты, чтобы его всегда ждали. Здесь тепло, уют, карта здесь такая теплая, да, вот на фоне снега здесь мы прекрасно понимаем, что в доме свет, и свет такого цвета, что там прям тепло, может быть, даже жарко, да, и в иной момент хочется открыть окна, чтобы проветрить, потому что настолько тепло. Вот он хотел бы, девочки, чтобы вы находились в режиме ожидания, да, причем здесь, может быть, чтобы жили одна там где-то, я не знаю, там на отшибе, вот, но ждали только его. Вот какая здесь для него справедливость, вот как будут для него правильные отношения. А по-другому, девочки, вот другой формат, когда вы говорите, я не буду ждать, определяйся. Как определишься, там, скажешь, позвонишь, а сейчас там, не трогай меня, да, не лезь в мою жизнь. Я буду жить без тебя, и пока ты не принял какого-то решения там в ту или в иную сторону. Вот, может, даже и глаз своих не показывать, там, не писать и не звонить. Конечно, девочки, он здесь будет и в голос орать. И он будет здесь срываться. И здесь состояние, что вы посмотрите на этого человека, и вам будет казаться, что он просто уже с ума сходит, да, какой-то сумасшедший. Самобичевание. Здесь карта такая, когда человек не отдает себе отчет в том, что во многом здесь причина в нем. Но видите, здесь самобичевание здесь происходит, да, вот такие вот психи несогласия с тем, что происходит, потому что он не готов выслушивать вашу позицию. Он хотел бы, чтобы все было по его сценарию и так, как он здесь
захотел. Да, конечно, жди, пожалуйста. Я как попаду вот на ту ветку, которая ведет к тебе, я к тебе, конечно, примчусь. Вот, если стрелочник там переведет стрелки, мне придется уехать в другую сторону. Ничего, я уеду, а ты подождешь. Вот, видите, здесь такая вот его справедливость. Конечно, конечно, это несправедливо. И, конечно, здесь женщина, она будет этому противиться. И, естественно, здесь женщина встанет в позу в любом случае. Она будет ссориться с ним. Да, потому что такое, ну, такое просто так ты не проглотишь. Ты не скажешь, да, окей, хорошо, да, я тебя буду ждать. Ну, конечно, ага. Бегу и волосы назад. Но это у мужчины такая вот внутренняя начинается грызня, внутренний дискомфорт, борьба внутри самого себя, потому что не получается. Вас он любит, с вами он хочет быть, а вы такая вот сякая редиска нехорошая. Вот психи, будут срывы. Вот почему здесь мужчина хочет с вами разобраться и хочет перестроить, а переломать здесь. Потому что здесь женщина, как я сказала, не робкого десятка. Здесь просто об колено хочет вас переломать. Ваш характер, ваш стержень, благодаря которому вы не даете сесть себе на шею, свесить ножки и вот продолжать. Вот то, что здесь продолжается. Ну, конечно, здесь может на вас срываться, может на вас орать. Может здесь трехэтажным матом крыть. Да? Вы можете посмотреть на этого человека и сказать, так, мне кажется, что ты с ума сошел. Да, там сходи, проверься. Но это от неполучения желаемого со стороны мужчин. Да, быть с вами, но на его условия. Хорошо, что еще давайте с ним сегодня происходит? Он у вас мечтает, конечно. Ему вас, девочки, дико не хватает. Тактильных ощущений, вашего приятного голоса. Здесь карта, которая говорит о том, что вот прям вот сгреб бы вас в охапку. И просто никуда бы не отпускал. Но, видите, не получается. Метла, вы ему уже показали. Давай, давай, дорогой. Ссора, конфликты здесь тоже есть в отношениях. И на данный момент вы находитесь в напряженном состоянии по отношению друг к другу. Ему так хочется быть рядом с вами. Ему так хочется, чтобы все было хорошо. Вот он, тот дом, да, вот тот уютный дом, в котором вы его ждете. Но нет, его фантазии не реализуются, не сбываются. Действительно, здесь человек, который не хочет меняться сам, но желает, чтобы в угоду ему поменялся кто-то другой. Поверьте, девочки, как только у него появится возможность, такая реальная возможность, он о себе заявит. Подсолнух. Да, как за солнышком, так и вы для него такая вот путеводная звезда, за которой он будет всегда смотреть, следить. За вашей жизнью он тоже здесь будет наблюдать. И он будет появляться в те моменты, когда посчитает, что вы ускользаете из его жизни, из-под его бдительного ока. И как только, девочки, появится возможность написать, позвонить, приехать, поверьте, он это сделает, потому что на таких эмоциях просто так ситуацию не оставляют в подвешенном состоянии. Даже с подарком, девочки, с приятными словами, с комплиментами, с цветами здесь появится. Здесь не просто так. Сейчас прошу, зачем? А, ну правильно, видите, как паук здесь плетет свою паутину, так и он хочет, чтобы вы из его сетей никуда не делись. И желательно, вот опять же, вы живете своей собственной жизнью, в которой занимаетесь просто своими делами, и просто ждете его, когда он там соизволит, там определиться, там сделать выбор, разрешить вот эту ситуацию, там со всеми договориться. Вот это самое ярое желание, которое ему очень-очень хотелось бы получить от вас, чтобы вы сказали, да, хорошо, окей, я согласна, буду ждать тебя столько, сколько тебе потребуется, мой дорогой, времени. И ничего страшного, что пройдут годы, десятилетия. Ничего страшного, я подожду. Мне же так хорошо ждать тебя, поддерживать уют, поддерживать тепло, в надежде, что однажды когда-то ты придешь и останешься навсегда, и все проблемы, которые были, все вот тайны, они просто останутся где-то позади.
Вот, что хотел бы услышать мужчина. Я думаю, вот таким вот жестом каким-то, довольно-таки приятным, довольно-таки красивым, он, видимо, и намеревается от вас получить ваше согласие. Поэтому, девочки, будьте, пожалуйста, внимательны. А что он хотел бы вам сказать сегодня? Вы сможете посмотреть в этом видео. А я с вами не прощаюсь, потому что мы встретимся с вами уже очень скоро в новом видео. Всем пока-пока и не забудьте нажать лайк и написать комментарий.